Всем привет, ребята! Сегодня мы играем в Among Us в Роблоксе. Итак, вот у нас челик, и сейчас через 5 секунд начнется игра. Сейчас подождем. Так, все, уже начинается. Да блин, убирайся, все. Начинаем. Челики пошли. Жаль, что я не самозванец, а так бы я их всех убил бы. Ах, жаль. Ну ладно, дальше пойдем. Выполним всякие задачи там, чтобы мы выиграли. Извините. Так, надо вот среднюю скорость вот так вот. О, вот все. Так, тут камера наверху, вы заметили, наверное. Так, со мной зеленый. Пожалуйста, не убивай меня. Я думаю, что это не предатель. Да, 100% это не предатель. Так. Так, выполняем вот это вот задание. Что это такое? А, просто надо нажать. Вот и все. Задача завершена. Ладно, пошли дальше. Так, тут голубой был сзади, ой, еще черный, блин, надо быстрее отойти, как его, пойти подальше, вдруг кто, ой, блин, надо быстрее пойти, чтобы, как его, что там сделать, реактор, блин, надо поспешить, ребята, сейчас через 30 секунд все, ну, сами знаете, что будет, так, блин, убил, айх, блин, а я не знал, он даже за мной не шел, я даже не видел. Подождите, или он за мной шел, я даже не заметил. Может быть, я слишком рассеянный. Ну ладно, это не важно. Так, я вот написал в чате, что это белый. Ну, кто в призраках. Но я только один. И за кого будут голосовать? Я хочу, чтобы за белого голосовали. Это он был. Я там с ним, наверное, кто-то был еще. 100% это он. Сейчас голубой проголосует. Ну, пожалуйста, проголосуй за него, проголосуй. Итак, а, не, он за другого проголосовал. Ну, все равно белый, это, как его, проигрывает. Да, это самозванец был. Все, пока. Был самозванцем. Да. Первый самозванец у нас... как его... А теперь осталось второго найти. Так, надо выполнить задачу. Так, с этим реактором пусть разберутся другие. Так, а мы пока скопируем ID, короче. Вот сейчас сделаем. Все. Так, погнали дальше. О, давайте выполним вот эту вот задачу. Так, нажимайся. Так, о, блин. А я забыл, что там надо делать. Надо, по-моему... Ой, что я вышел? Так, по-моему, надо что-то было... двигать. Вот, по-моему, вот это вот оранжевое, да, вот так вот. Наверх, да, все. А, надо еще туда. Ну, давайте пойдем. О, так, не туда. Так, вот. Все, мы нашли. Так, и что тут надо сделать? Надо, нажать на вот эту. Да. Все. Задача завершена. Ладно, пошли, пошли дальше. По задачам мне дали отчет. А, кстати, блин, я не могу сделать, это как его, вот эту вот задачу, где там саботаж вот делает, вот, предатель. Ладно, подождем, может быть, это проследуем кого-нибудь, будем это как его, ну, как сказать, мы как бы видеонаблюдение будем исследовать. Так, тут это розовый, голубой, со мной вот здесь зеленый. Так, наверное, голубой это. Может быть. Ой. Подождите, это голубой сейчас закрыл дверь. Да-да-да-да-да-да. Это он. Все. Сейчас этот, как его, зеленый напишет, по-моему. Так, что там пишет? Пока ничего не пишет, сейчас напишет. Так, тут что-то написали. Ну, наверное, это зеленый написал. А, нет, это оранжевый написал. Так, ну, пожалуйста, проголосуйте за голубого. А, все, зеленый уже написал, что там было. Все, теперь все раскрыто. Теперь голубой сейчас, как его, ну, как говорится... полетит в космос. Так, один. Так, все. Мы выиграли.
Я сдох, но мы все равно выиграли. Так, все. Был самозванцем. Мы выиграли. Считайте, что мы выиграли, ребята. Я хочу, чтобы я теперь был самозванцем. Я прям очень сильно хочу. О, кстати, мне еще ачивку. Ладно. Подождем 40 секунд. О, кстати, тут какой-то малыш. Ой. Так, я их искал. И, пожалуйста, понятно. Надо найти его брата и как его сестру и брата надо найти. Это, наверное, когда ты умрешь, что ты становишься призраком, то там какие-то секретные нычки есть. Тут надо их вот этих вот искать. Вот этих два маленьких амогусов. И, ну, вот так, короче. Найдешь их, и, наверное, тебе что-то, наверное, дадут. Я только его брата нашел, а вот сестру нашел. Я самозванец, ребята. Вот это да, ребята. Все, погнали. Давайте же вон сюда пойдем. Блин, у меня 23 секунды. 23 секунды должны пройти, чтобы я мог убивать, но пока что мы что-нибудь сделаем. Так, ну пока что вот так пойдем. Так, все за розовым иду. Ну, давайте еще за белым. Это, кстати, тоже мой, как его... все экстренное обсуждение, короче. А почему сразу обсуждение? Не понимаю. Вот, ребята, пишите мне в комменты, у вас тоже иногда бывало так, что просто так нажимают на кнопку. Чё? Подождите, они имеют в виду голубой или синий? Нет, я им написал, что это не я. Наверное, не за голубого проголосовали или за меня. Пожалуйста, хоть бы не за меня, я вот проголосую за желтого. О, это красный выбил из игры. Блин, а это не он. Не догадались. Не был самозванцем. Два самозванцев осталось. Два да, короче, ребята, погнали. Опять надо 20 секунд ждать, чтобы убить кого-нибудь. Ну, пока что вон сюда пойдем, прикинемся, что мы будто бы мы делаем какую-нибудь задачу, а пока что мы саботаж сделаем. Давайте же О2 вот нажмем, вот все, кислород вот. Так, погнали, ребята. За кислородом вот эта вот реакторная комната, вот где может быть подумать, что это не я, а просто хочу, чтобы, ну, знаете, что это обманка, хитро. О, победа! Вот это я не ожидал. Еще мне ачивку дали. Подождите, ребята, мне, по-моему, уже 3 или 4 мне дали ачивку. На этом мое видео закончилось. Кому понравилось, поставьте лайк. Всем пока!